Вопрос распределения 7 с лишним миллиардов федеральных денежных средств, которые пополнили областную казну, станет основным в повестке заседания парламента Ульяновской области 27 февраля. Накануне он поднимался на заседаниях различных профильных комитетов. Отрадно, что основная часть этих средств пойдет на социально значимые объекты, такие как областная клиническая больница, где идет ремонт. Также принято решение выделить несколько миллионов рублей на строительство нового здания детской инфекционной больницы, которая войдет в состав детской многопрофильной больницы. Мы сейчас пришли непосредственно с коллегией. Мы еще очередной раз услышали о том, что детская инфекционная больница со временем переедет на эту площадку. Мы уйдем от того старого здания, которое, ну, как у нас говорят, очень давно уже стоит и не требуется не только капитального ремонта, но, наверное, новшества. Это действительно мы услышали, и денежные средства 40 миллионов уже предусмотрены для производства определенных работ, разработки сметных документаций. Как сказал председатель комитета, 80 миллионов рублей будут выделены на строительство двух ФАПов в Николаевском и Чердаклинском районах, которые будут построены по федеральной целевой программе. Часть поступивших средств пойдет на поддержание спортивных объектов. Мы ремонтируем стадион, это плавательный бассейн «Торпеда», стадион «Труд». Приобретаются антимандальные тренажеры, муниципальное образование. Кроме того, более 700 миллионов рублей выделено на оказание социальной поддержки населению. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.